В доходную часть бюджета предлагаю внести следующие изменения. Произвести увеличение за счет безвозмездных поступлений в размере 61 миллиона 303 тысяч рублей. Из них на модернизацию центральной библиотеки 23 миллиона 750 тысяч рублей, на капитальный ремонт, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры 19,8 миллиона рублей, обустройство участков уличной дорожной сети вблизи образовательных организаций 3,3 миллиона рублей, текущую деятельность учреждения образования 4 миллиона 986 тысяч рублей, на спортивные мероприятия, экипировку, спортивный инвентарь, приобретение оборудования, а также приобретение легкового автомобиля для перевозки людей с ограниченными возможностями 6 миллионов 249 тысяч рублей, на развитие системы патриотического воспитания 2,2 миллиона рублей, на проведение всероссийской переписи населения 317 тысяч рублей, на приобретение музыкальных духовых инструментов для городского дворца культуры 180 тысяч рублей, на мероприятия в сфере укрепления межнационального единства 161 тысяча рублей и содействие налогового потенциала 7,8 тысяч рублей. Также предлагаем увеличить доходную часть бюджета по собственным доходам в соответствии с фактическими поступлениями на 6 миллионов рублей. И предлагаем увеличить доходную часть на 1 миллион 182 тысячи рублей. Это средства, которые поступили у нас от МОП «Достоинство», заранее произведенные выплаты бывшим работникам за счет средств местного бюджета. Эту оплату мы производили за должность по заработной плате в 2020 году.